Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня поиграем в старенькую игрушечку под названием Sword and Soul, Never Say Never Say. Что-то мечи и души, что-то куда-то там. Игрушечка старая, ребята, она для ПК. Не знаю, кто-то есть спросит, а есть ли такая игра для, допустим, для планшетов или телефонов, не знаю. Игрушечка простая максимально, она бы, наверное, больше подошла для планшетов именно, либо телефонов, как я уже говорил, но она именно для ПК. Вот. Игрушечка простая. Что за игрушечка? Давайте поиграем. Добро пожаловать на Never Sin. Never Sin. Создадим свой чувака. Создадим какого-нибудь крутого, конечно же, похожего на меня. Давайте, я вот такой брутальный, вот такими жалкими глазами. Нет, конечно же, я крутой. Такой вот какой-нибудь. Вот такими глазами, да, рот у меня будет, конечно, рот. Нет, у меня не будет рта, я буду такой вот этот. С такими усиками сексуальными, аксессуары, конечно, у меня же тоже будут. Я же умный, ребят, значит, я в очках, тушь тату. Конечно, у меня же будет шрам, ребят, потому что я сражался с медведем. Да, через все лицо у меня шрам, ребят. Волосы, конечно же, у нас темные, да, или белые. Да, я потому что старик, ребят, я создаю себя. Борода у нас, конечно же, такая же белая. Начинаем приключение. Введите имя, конечно же. Волгин. Вот так вот. Волгин Плей. Да, все правильно, да? Начинаем приключение. Земля. Этот. Эй, там земля. Это Never Sin. Эй, помедленнее, помедленнее. Осторожно. Мы куда-то с тобой плыли, и мы врезались в Never Sin. Духовари. Первый СТ, что-то год нулевой. Это Never Sin, ребят. Сэр Марионет. Что за кошмар? Ха. Есть кто живой? Эй, просыпайся! Ха. А, очередной никчемный авантюрист. Ну, добро пожаловать на Never Sin. Я сэр Марионет, но вы можете называть меня сэр Марионет. Если с кораблекрушением в гавани покончено, сделайте что-нибудь полезное. Прямо за воротами у нас завелись какие-то вредители. Избавьтесь от них. Никаких вопросов. Пойдемте сразу воевать, ребят. Боевочка здесь максимально простая. Мы будем проходить вот такие уровни. Но игрушка прикольная, на самом деле. Волгин Плей. Крот. Бой. Угу. Видимо, сейчас вы не можете сделать ничего полезного. Без паники. Скоро вы научитесь крутым приемам, если повезет. Атака здесь, ребят, автоматически. Это автобой, по сути, происходит. Но игрушка на самом деле прикольная. Очень хорошо для развития реакции. Кто скажет, а для какой реакции? Для какой реакции, если... проиграть комару. Зато крот повержен. Ладно, вам нужно серьезно тренироваться. Идем. Мы проиграли, ребят, комару. Нас комар победил. Мы даже не смогли первый уровень пройти. Нас победил комар. Пойдемте на тренировочку сходим, ребят. На обучение. На обучение мы будем, ребят, очень часто. Простите, тут стоило бы прибраться. Возьмите духаты и отремонтируйте обучение ближнему бою. Разблокировать ближний и дальний бой будем тренировать. Колдухство, защита и ловкость. Вот это все будем качать, ребят. Вот это все будем качать. Это, ну, наши перки, по сути. По сути, это наши перки, которые мы себе будем прокачивать и становиться сильнее и сильнее. Ближний бой. Бейте по яблокам на ВСД либо на стрелочке. Бейте в нужное время. То есть, видите, когда яблоко попадает в эту штуку, вот, нам дают опыт. Сверху, как вы видите, наполняется плюс один, видите, нам дали плюс один к урону к этому. Довольно, теперь вы стали сильнее. А можно еще? Вот, то есть, видите, нам дали плюс один к урону. Вот, видите, ближний бой плюс 10, ребят. Уже. Зависит от типа оружия. Особый. Зависит от типа оружия. Восстанавливает восстановление. 9 ходов. Вы только взгляните, уже учится. Ну-ка, не зазнавайся. Теперь, чтобы учиться эффективнее, нужно улучшить наш лагерь.
Улучшить лагерь. За 10 серебряников. Хорошо. Улучшить. Хорош. А я еще хочу. Я еще могу, я еще хочу. Так лучше. И не забывайте, чем сильнее улучшить этот лагерь, тем быстрее будете учиться. Пришло время работать над вашей кошмарной обороной. Понятно, чем лучше лагерь, тем лучше у нас этот. А можно я еще по это получаю? Ладно, защиту теперь будем прокачивать, ребят. Защищайтесь от яблок. А, не защищайтесь от звезд. Ага, вот так вот. Ага, щитом. Так, от звезд мы не защищаемся. Ага. Потом, ребята, это все будет намного все быстрее. От звезд не защищаемся. Хорошо. Так, пока что хватит. Плюс 4. Неплохо. Что у нас там? О, защита плюс 12, ребят. Новый уровень. Level up. Прикольно. Давайте посмотрим. Повышение уровня дало вам очки характеристики. Давайте потратим их. Все на ближний бой. Ну давайте, а сколько у нас очков? 12. Ага, по 2 очка. Понятно. Хорошо, пришло время подобрать оружие. Угу. Хорошо, инвентарь у нас здесь, умения, ребят. Прокачка такая, знаете, то есть у нас все кузница, пойдемте в кузницу. Так, оружие ближнего боя. Одно серебро, кстати. Ага, новичок. Меч, ударное, копье, кинжал и большой посох. Ага, минимальное необходимое снаряжение для самостоятельного путешествия. Наденьте одно из них прямо сейчас. Инвентарь. А что мне лучше? Тренировочный меч. Тренировочный. А, тут вот снизу написано урон. Да, урон плюс. Ага. Плюс 8. Блокирующие. Блокируемый урон здесь режется. Здесь тоже блокируемый урон режется. Здесь тоже урон от колдовства. Можно колдуном. Я, наверное, буду просто, ребят, обычным этим мечником. Здесь также есть доспехи, тоже они будут прокачиваться постепенно. Есть лук, какие-то метательные, эти какие-то еще навыки будут. В общем, такая вот игра, ребят. Меч, как оригинально. Ну да, очень оригинально. Хорошо, пора отомстить этому комару. Ну, пойдемте отомстим комару. Опять же с крота будем начинать бой. Вот теперь мы с мечом и щитом, ребят. А на двойку, на контрол, что ли, получается у нас, или что? А, на Q у нас навык появился. Видите, на Q мы это... Осторожно, он опасен. Нажмите left mouse button, чтобы заблокировать его атаку и уменьшить получаемый урон. Left mouse button. Блоки расходуют заряды, которые со временем восстанавливаются. А. А, сверху у меня... А, left click, понятно. Понятно, у меня два блока было. Так, мы это все собрали, какие-то ресурсики собрали. Ух ты, вам и правда удалось. Поздравляю, это было почти не позорно. Так, дают нам награду, ребят. Это все монетки, мы все забираем. Хорошо. Что ж, теперь все в ваших руках. Неверсин полностью открыт перед вами. Возвращайтесь в лагерь, когда вам в очередной раз наваляют. Но осторожней там. Так, ну пойдемте на второй уровень сходим. Так. Так. Давайте пройдем максимально, докуда мы сможем. Найди новый враг. Хорошо. Не то применил. Ого. Хорошо. Угу. Блин, у нас навык закончился. Все, мы обороняться не можем, ребят. А смотрите, сверху, видите, у нас это, что написано. Вот, видите, два врага и король должен быть. Типа, и... Но мы здесь уже не осилим. Да, нас здесь уже просто завалили. Карта мира. Да, мы уже дальше не можем пройти. Возвращаемся в город, ребят. Что это? Таверна. Так, тут что-то можно... Это... Хопс, хотел увидеть вас в таверне. Видимо, это даже важнее тренировки. Хм. Ну, давайте зайдем в таверну. Хопс. Мне так скучно. О, наконец-то вы здесь. Вы должны мне помочь. Ужасная ведьма забрала мою Венди. Мою восхитительную Венди. Вот дура ведьма. Хотел бы я, чтобы вы ее убили сейчас же, но она для
для вас, ну, типа, слишком сильна. Сначала вам надо найти 4 сокровища героев. Тогда вы сможете надавать ей по злобной башке. Она заплатит. Но вы так крутые. Вместе нам будет весело. Итак, первое сокровище героя — это блестящий камень. Он на самой вершине гигантского холма. Удачи, мой герой! Главное, первое — блестящий камень. А можно у тебя что-то поторговать? Нет, ты же в таверне, типа. Так, блестящий камень, а что там? Кузница, да? А подождите, а по-моему здесь что-то можно... Ага, оружие дальнего боя, авантюрист. Требуется дальнее обучение. А, кстати, мы у него, видите, купили, видите, у него за серебряную можно теперь купить лучшее оружие. Видите, по качеству теперь металлическое. Ну, пойдемте на обучение сходим. Давайте улучшим лагерь. Давайте улучшим максимально лагерь. Сразу нам это все придется, ребят, делать. Да, прокачивать это все придется, ребят. А, и, кстати, мы могли, кстати говоря, дальний бой. Но у нас дальнего боя пока нет. Ловкость, это, по-моему, на уклонение влияет. Ловкость тоже надо прокачивать, тем чаще мы сможем уклоняться. Давайте на ближний бой сходим. И нам надо, знаете, что по возможности... Нам по возможности, ребят, надо прям попадать. Да, комбо, чтобы звезды собирать. Видите, в левом нижнем углу. В левом нижнем углу там комбо. То есть мы опыта больше фармим. То есть, по сути, сейчас мы с тобой прокачиваемся, фармим опыт. Вот такая вот игра. Эх ты его. И все опять заново, видите, как бы все медленно. Можно здесь, я не знаю, кстати говоря, здесь до бесконечности долго можно это фармить или что. То есть знаете, как можно сначала, ребят, можно сначала нафармиться. Можно прокачаться. Лучше характеристику, подождите. Можно сначала нафармиться до максимума. Вот, а потом уже идти сражаться и просто всех мобов выносить с одной тычки. Блин, сбился. Сбился. На плюс 6 качнули. Давайте хотя бы на плюс 7, что ли, качнем. Без ошибок, 17 секунд надо продержаться, ребят, без ошибок. Сейчас, я зачитался, подождите. А почему-то я на плюс 6 и все, у меня почему-то там, видите, сверху почему-то больше не качается. Так, ладно, выходим. Опа, ближний бой сразу, видали как, ребят? 265. Новый уровень, новый уровень, новый уровень, новый уровень. Неплохо, слушай-ка. А чё две выполнено, а чё выполнено? А, на 3 звезды мы не выполнены. Да, давайте теперь защиту, ребят, по защиту. Защиту давайте покачаем. Фарм, фарм, фарм. Игрушка на самом деле прикольненькая такая, знаете, она... Так, от звезд. Ага, от этих защищаемся, от этого не защищаемся. Тут, по-моему, на 3 звезды, да, что-то надо выполнить. То есть максимально реакцию. Упс. Ого, вот это да, защищаться, кстати говоря, у меня лучше получается. Лучше, ребят, получается. Получи 12 звезд. Ну давайте еще позащищаемся. Сейчас я говорю, как мы прокачаемся, как прокачаемся, как пойдем всем трюндюлей давать. Так, хорошо. Блин.
У нас, кстати говоря, да, здесь будет финальный босс, то есть игра, ребят, не бесконечная, если что. То есть здесь будет финальный босс, здесь сюжет. Вообще, если особо не тупить, то, в принципе, ну, игра проходит относительно быстро. Так, так. А, плюс 6, кстати говоря, я помню, что такое плюс 6. Плюс 6 это у нас, так как мы прокачали эту, как его, так как мы прокачали наше место, вот это вот, а быстрее на плюс 6 прокачивается. То есть мы ускорили прокачку на плюс 6. Собака. Так, ладно, давайте еще разок, ребят, чуть-чуть. Опять же, повторюсь, в принципе, ребят, вот игра на этом, на всем построена, вот на этой вот, вот такой вот прокачечке. Надо будет нафармить денежек, сразу вложиться, ребят, в улучшение. В улучшение, улучшить характеристику, 3 из 4. Вложиться, чтобы больше фармить. Нам, то есть, надо максимально прокачанными быть чуваками с тобой. Тогда мы все победим весь мир. Сразу же. Блин. Это плохо. Давайте еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще. Сбиваешься, знаешь, особенно когда вот разговариваешь. Начинаешь сбиваться. Вы думаете, это так легко? Попробуйте. Попробуйте говорить, попробуйте что-то делать. Это, ребят, сложно. Только мастера это могут делать, понимаете, такие как я. Эх, проморгал. Так, дерево знаний, задание выполнено. Кстати говоря, у нас здесь задание вот слева внизу, нему угру было написано, что задание выполнено по дереву. Сложность плюс. Ага, мы здесь задание выполнили. А чё, мы здесь задание по рангу по ближнему бою не выполнили, что ли? Пойдемте выполним. Чё он тут хочет с нами пообщаться? Кажется, у вас новый ранг. Неплохо, Волгенплей. У вас нет никакого таланта, но вы хотя бы стараетесь. В смысле нет таланта? Так, а чё мне надо? Заработать комбо... А, подождите, это уже другое, да, подождите. Надо задание выполнять. Они здесь не бесконечные. Я понял. Задания не бесконечные. В левом нижнем углу. Заработайте комбо 39 заданий. А, все, мы в принципе тут тоже задание выполнили. Можно в принципе выходить. Да, мы то есть пошли. То есть выполняем левый, в левом нижнем углу, смотрим задания, выполняем их и все. До максимума, короче. Толчок. Оглушает врага на 3 хода. Ого, неплохо. Так, все, 3 звезды мы получили. Так. А что это у нас? А, умения, да? Так, подождите, характеристики. Очков, ни хрена себе, у меня 198 очков, ребят. А, ну давайте. Давайте до 500 ближний бой и в защиту остальное все. Так, все в защиту. Смотрите, у нас здоровье 6800 сразу. Офигеть, у нас ближний урон 500. Так, очки, очки, очки. А в чем можем очки вложить? Так, увеличить максимальный корового заряда в блока. Урон от контратаки из блока. Блин, а что лучше прокачивать-то? Восстановление ходов. Зависит от типа оружия. Давай вот это. Ага. Толчок. Врага. Оглушает врага на 3 хода. Давай вот это тоже вкачаем. Так, оружие. Все, пошлите, ребят. Мы с вами апнулись. Мы с вами апнулись. Нам нужны... деньги, ребят, как любому герою нам нужны деньги. Это что такое? Глава первая, блестящий камень. А нам нужны деньги, ребят. Яйцо, нам надо забрать вот это яйцо. Нам нужны деньги, надо нафармить. Глава первая, блестящий камень. Надо будет так серию назвать. Пойдемте, что, дадим трюндюле этим врагам, короче. Давайте, опа, и все. И на 3 хода его оглушает, я понял. Кстати говоря, несложно. Хоп, все, мы их с одного раза убили. У нас 6000, ребят,
У нас 6000 контратак. То есть вовремя нажал, раз, все, получил, видите. У нас 6000, ребят, этих ХП. Все, сейчас мы нафармим много денег. Какие-то дали туземцы ноги. Сделаны из раковин гигантских болотных насекомых, которые никто никогда не видел. Продолжить. Так, бабки мы немножко нафармили. Пойдем дальше. Давайте бой. Ну, сейчас вообще будет легко. Внимание, важное сообщение. Если блокируешь атаку в последний момент, то совершай контратаку. Выжидайте подходящий момент. Да мне и не надо, как бы. Мы тут сейчас быстро все пройдем. Как мне кажется. Нет, не вовремя я заблокировал. Ну ладно, ничего страшного. Блин, игрушка прикольная. Прикольно, знаете, максимально, конечно, простая. Кстати, можно было его заблокировать. Его можно было заблокировать, но мы ему контратаку провели. Вот, его можно было заблокировать, но я вот такой. Давайте денежки, денежки. О, какую-то шапку нашли классную. Шлем, минимально необходимое снаряжение. Так, прикольненько, прикольненько. Пойдемте дальше. Ну, мы идем сюда, да, вот сюда, пойдемте. Нам сейчас вообще ничего не страшно, ребят, на 6800 хп. Да, нам тут мало что может угрожать, в принципе. Контратак, то есть раз, мы дополнительно нанесли урон. Так. Кстати говоря, у нас здесь будут... Да, блин, я же нажимаю. Да я же нажимаю! А почему... А, у меня блоки закончились. Я нажимаю, блин. Я забыл, что блоки-то не бесконечные. Они вот, видите, снизу, посередине у меня ноль. У меня вот сейчас один блок есть. Да, мы померли. Да, сильно, я говорю. Да, сильно, ребят, очень сильно. Ну, здесь видно два черепка, конечно. Здесь было понятно, что здесь будет сложно, ребят. Да. Так, ладно, гоблины-разведчики. Но это вообще легкотня будет. Да, найден новый враг. Там просто усиленное, ребят, ну а что поделать. Да, я забыл, что блоки-то кончаются, ребят. Блин, я думал, что у меня бесконечные блоки. Давайте заблочим его на три хода и просто его отмудохаем. И дадим еще этот навык, все. И вот так вот мы его просто отмудохали, ребят. Давай, деньги. Деньги, славу, все, женщина, все мое. Ноги, грудь, авантюриста. Кстати, давайте посмотрим, что нам там дали. Броня плюс 1,3%, одеваем ее. Броня плюс 2,7%, одеваем его. Короче, одеваем все самое крутое, ребят. Ну, как всегда, знаете. Метательное оружие, яблоко. Так, характеристики, умения. Так, ну что, пойдемте. Вот здесь вообще невозможно, да? Трудно. А, тут даже написано невозможно, трудно. Ну, пойдемте пока сюда. Невозможно, трудно, мы это, конечно же, потом сделаем, ребят. Эй, слушайте сюда. Когда во время критического удара увидите значок, жмите, чтобы нанести критический удар. Он нанесет нереальный урон. Понял. Понял, нереальный урон он нанесет. То есть все навыки на самом деле лучше приберечь. О, да, вот сейчас нажал левую кнопку мыши, и прям урон охрененный, ребят, пошел. Опа, видали, урон прям охрененный. Блин, все, надо нам, знаете, что сделать? Чтобы блокировать я чаще мог, ребят. Чтобы я мог чаще блокировать. Потому что блокирую я... Ну, мало, мало, три. Так, мы вообще здесь пройдем, нет? А, все, мы пройдем. Так, еще навык этот применим. Угу. Да, что-то я, что я говорил, будет легко, да, ребят? Что-то уже сложновато, что-то сложновато. Мы блокировать не можем, у нас в откате. Вот внизу, посерединке у нас ноль. У нас откат. Все, если бы я сейчас не заблочил, ребят, мы бы сейчас проиграли. Вот это да, вот это да. Так, нам что-то еще какой-то шлем выпал интересный. Шлем уровня 2. Хорошо, давайте посмотрим. Шлем уровень, да, да, еще броню плюс 2,7 добавила. Это хорошо, ребят. Че, у нас все, у нас проблемы. Цитр и Сия. Ну, давайте попробуем. Я не уверен, конечно. Блин, не успел. Так, давайте этому...
Блин, не на того ты все применяешь, дурачок. Блин, не знаю, выдержим, нет? Ну, вроде мой кунг-фу сильнее его кунг-фу. Он по 600 нам хреначит, мы по 500. Но у него хп уже мало. И у нас тоже мало хп. Блин, мы сейчас сдохнем, да. Но мы хотя бы что-то сделали, да. Духа ты или жизнь. Как хотите. Да, ребят, нам пока сюда рано. Нет, а можно выйти? Да, выйти, потому что мне что-то рановато сюда, да? Мы как бы сделали то, сделали это. Так, что у нас здесь, ребят? Давайте посмотрим, какой-то музей. О-хо-хо, день добрый, добро пожаловать, мой мудей. Меня зовут Ток. Я скромный хранитель истории невиданного, которую пифали и вкатили прикрутение вроде ваф. Понятно. Хотя в последнее время всегда тут довольно спокойно. Но теперь тут вы. Если найдете что-то офигенно глупое, примечательное, достойное, я в те выставлю. Я на ваф офитываю. Радость моя. Так, открыть кассу, что-то подожди, а что здесь можно? Подожди, что это такое касса? Ну, это типа да, это то, что мы открываем, понятно, это я понял. Вот это что? Это какие-то титулы, да, рекорд на тренировку. Все понятно, какие-то рекорды, комбо за медали. Музей, карта, все понятно. Это что такое? Это те, кого я убивал, да, то есть максимально кого как бы сильных, да. Так, это что за гриб? А, что-то ему какие-то эти надо. Видите, в правом нижнем углу какие-то семицветики. Это что, открыть коллекцию? Я рыб должен собирать еще? А, каких-то рыб здесь можно собирать. А. Интересно. Открыть кассу. Доход от музея 10... 10 серебра. Вложить 100. Арсенал 9, трофей ваша доля. А, ваша доля 0 в день. То есть можно вложить 500 в день. Ага, моя доля 2 в день. А 2 в день в какой? В реальный день или в какой день? Ну, то есть раз в сутки в реальный или что? То есть мне бабки капать, ребят, будут. Кузница. Чё он тут? Ой, здрасте. Надеюсь, деревянное оружие вам понравилось. Знаю, оно не идеально, но это только начало. Да, потому что есть еще вот такое, медное, ребят. Ой, то есть, ну, уже железное получается. Сет железного оружия, да. Я его купил. И мы с тобой возьмем. Да, видите, сразу урон плюс 500, ребят. Плюс 500 урона. Ну, давайте оденем. Так, что у нас здесь по этим? Плюс 500. Это хорошо. Ну, что у нас получается? Подождите. А, блин, а реально, а в день чего у нас там это? А где я был-то? В музее. В день. Ваша доля в день. Тут, видите, написано день. А день какой? День, ну, реальный день. Обучение, ребят. Ну что, пойдемте. Так, дальний бой, да? А мы не можем, да? Дальний бой, колдовствуха. Вот ловкость бы, ребят, нам прокачать. Блин, а знаете, что бы я бы хотел? Действительно, а можно? Кстати говоря, если я повторно пойду вот сюда, вот, допустим, я смогу пофармить золото, ну, еще серебра. Ну, мне бы ловкость бы хотелось бы прокачать. А, то есть, ну, можно, да, прокачать, но как-то, видите... Да, видите, как-то не особо серебро фармится. А, просто ваншот убил. Победа. Новый уровень, это хорошо. То есть, серебро-то что-то уже не так фармится. Я думаю, надо, ребят, все в атаку вливать. Атака до хрена нам нужна. Так...
Так, подождите. Висячие мы здесь уже типа пройти можем. Висячие копья. Угу. Ну, пускай меня тыкнет, ничего страшного. Ага. Хорош. Хорош. Контратаку дали, этого забили. Так, этого у нас больше нету. Контролировать нам больше нечего. Хреново. А ты этого нижнего будешь бить или чё? Ты чё, дурак, нижнего-то бей. А, он по очереди, что ли? Каждого бьет по очереди? То есть пока того, пока этого? Понятно. Так, понятно, понятно. Не хочет он нормально бить. Все понятно. И день, видите, год ноль, духоватость. Ага, понятно, что тут, понятно, духоватость, не духоватость. Блин, а реально, где бабки мои? Блин, я хочу, чтобы быстрее все как-то фармилось. Ну что, не нафармлю я здесь, да, улучшение сколько, 300 стоит? Да, улучшение, видите, полученных характеристик 6+, надо было сюда вкладываться, ребят. Ну давайте немножко поулучшаем. Ни хрена себе. Яблоки. Да, давайте мне лучше яблоки, мне так как-то попривычней. Да блин, охренеть. Я вам что, ниндзя, что ли, чтобы так уклоняться-то? Это сложно, ребят. Охренеть, блин. Опять. Охренеть, реально можно ниндзя, ребят, стать с этим, с этой игрой. Я нажал. Я нажал, но игра почему-то мне не нажала. Промазал. Я на время смотрел. Серию надо закончить. Сейчас прокачаемся, ребят, немножечко. А в следующей серии мы начнем с того, что мы будем качать с тобой именно... Что мы будем с тобой качать? Собака. Ну, я, блин, ну, ребят, я не с этот. Я не супер этот. Не супер агент. Так, 20 секунд надо. Смотрим на левый нижний угол, там задания появляются. Да, блин, посмотрел на левый нижний угол. Не с той стороны 21 секунду так и не продержался. Ну что ты будешь делать? Это, ребят, сложно. Надо просто сосредоточиться. Сверху. Да. А, 11 звезд сразу надо на одном комбо, нифига себе.
А как я заработаю 19 комбо на одном этом? 19 звезд на одном комбо. То есть мне надо все время идеально, ребят, атаки проводить. А, все, провели. Хорошо. Блин, реально реакцию, ребят, тренируешь просто ужас. Просто реакция у тебя по нажатию просто тренируется максимально. Сывак. Сбивает меня вечно. Да задолбали меня эти жети. Если вроде кажется, ребят, со стороны, что это легко, поверьте, это ни хрена не легко. Чё мы? Без ошибок 23 секунды. Да. Это ни хрена не легко. Без ошибок 23 секунды. Давайте последнюю сейчас и на этом серии, ребят, закончим. Вот такая вот игрушечка. Накачаемся, ребят. Игрушка вообще прокач. Про то, как нужно правильно качаться. Ладно. Заработать 13 комбо на звездах. Нет, я не заработаю. Все, ребят, сколько мы прокачали? Было 500, стало... 1700, ребят, 1700. В следующей серии мы с тобой пойдем качать ранг бронза. Ранг бронза, господи, защиту мы пойдем с тобой качать в следующей серии. Вот, мы с тобой прокачали ближний бой, у нас 3700 теперь атака была, а сколько 1000, стало 3700, ребят. И очков у нас много нераспределенных. Здоровье, блокируем мой урон. Давайте все в защиту поможем качнуться побыстрее. Вот. Поможем побыстрее качнуться. Уже в следующей серии пойдем немножечко посидим на защите, ребят, поучимся. Потом пойдем качаться. Надо в ловкость, ребят, вкачаться в ловкость. Ловкость мы будем прокачивать, оно дает, по-моему, уклонение. То есть наш герой будет чаще уклоняться. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем. А, подождите. Музей. Опа, 11. А, 11, все, сутки прошли, ребят. О, 11 тысяч у нас. Открыть кассу. Я думаю, сразу надо вложить 5. И будем получать по 2,5. Это неплохо. Вот, мы 5 вложили, будем получать по 2,5. Все. А что такое? Что, у кузнеца можно купить? А, у кузнеца более лучшие эти можно купить. Оружие более лучшего качества. Охренеть, 110 следующие, видали? 110, а у нас только 3. И давайте сразу с тобой купим на ловкость. Вот здесь вот ранг древо ловкость. Но это уже в следующей серии, ребят. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Плюс 1800 урона, ребят, офигеть. Плюс 1800 урона, это очень много, на самом деле. Можно духоручку, кстати говоря, взять. Здесь урон сразу 9000, но блокируемый урон меньше. Да, здесь плюс 3400 урона сразу. А блокируемый урон минус. Давайте духоручку возьмем. Мне кажется, она будет покруче. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.